Здравствуйте, сегодня у нас булочка будет. Я положу дрожь нашу, где-то 2 чайные ложки дрожь, и мука, и сахар. Теперь мы положим сюда не молока, 1 стакан здесь. Хорошенько помешиваем и тесть сделаем. Все, наш тест закончился. Вот так мягкий, еще мягкий тест. У нас все закончилось. Теперь поставим, чтобы поднялось слегка. С пакетом закроем и поставим где-нибудь. С крышкой закроем. И поставим где-нибудь, чтобы поднялось здесь. Через поднялось, потом будем раскатать. Все, у нас здесь я поставила, отдохнула. У меня сливочное масло здесь мягкое, не очень мягкое. Вот. Теперь вот это поставим на бумаге, ручки. Будем раскатать, чтобы хорошенько раскатаем. Наша тесть поднялась, теперь будем раскатать. Я масло вот так раскатала уже. Будем раскатать и будем поставить на серединку наше масло. И будем поставить на холодильник где-то часок, через часок будем раскатать обратно. 3 раза. Нам надо 3 раза раскатать нашу тесть. Потом будем испечь. Все, у нас тесто я раскатала, теперь будем масло, наше раскатание масло, будем серединку поставить хорошенько. Нет, что-то бумага тоже закрепилась, ничего страшного, все равно используем. Закроем и будем раскатать. Все у нас готово. Теперь будем раскатать, закрывать наши тесты.
поставить на холодильник вот так. С помощью. Все, мы раскатали наш тест. Половина. Три раза я раскатала, я поставила на холодильник, чтобы заморозить. У нас вот так получилось. Мама. Наш тест. Теперь отрезаем. Вот так с помощью. Будем нарезать. Далее вот так. С помощью мы срединку вот так сделаем и накрутим. Вот так накрутим и поставим где-то 10 минут, 20 минут. Вот так с помощью. Потом наша духовка отключается. Все, наш тест вот так накрутим. Это у меня ребенок. Внимание не обращайте, еще маленький. Все, наш тест будем накрутить вот так. Вот все, у нас все закончилось. Вот так выглядит наш круассан. Мягкий, вкусный, еще горячий. Два вида смораба с вареньем получилось у нас и без варенья. У нас еще горячий, вот так мягкий еще. Ну давайте всем до свидания. Кому понравилось, поставьте лайки, напишите на наш канал, нажмите колокольчик, новые видео приходят. Ну давайте всем до свидания, пока-пока, приятного просмотра.